Так, ребятки, всем привет! Всем здорово, народ! Ну, как вы уже поняли, по крутящемуся танку и по тому, кто у меня во взводе, что настало время упоротого взвода. Настало время гнать. Короче, ладно, да, хотел настало фразу время, не короче, очень хорошую сказать. Фугасно Ладно, упоротого взвода. Да, заранее, ребята, извиняюсь за голос, я вообще капитально разболелся. Вот меня самого это бесит, но ничего не поделать. Ладно, не будем долго прелюдии тут оттягивать, тянуть кота за яйца. Поехали сразу же в бой. Погнали. Да, поставили фугасницу, как вы и просили. Все как вы любите, фул фугаса. Заранее приносим извинения за сливы. Не будет сливов, смотри. Не буду я заранее говорить. Тут куча тяжелых танков теперь. Ну, это все вода вообще. Вода? На воду едем, значит? Не-не-не-не. Не, поедем в лоб с тяжелыми танками? Да, конечно, чё. Зажибись. Так, фугас. Фугас, один Иван погас. Чё нас там один осколочный фугас? Да. 8 этих самых. И разум в голове погас. Нормально. 8 секунд, а не так уж и долго, кстати говоря. Ну да, не, нормально. Тут... Блин, я пушечка смотрится. Правда, на КСах, и было вообще, конечно, топ. Посмотри на эту пушечку. Честно говоря, не сильно так. Она просто такого огрызок у него, конечно. Вообще не говори, просто капец. Евнух такой. Такое ощущение, что вот эту длинную пушку, которая у него топовая, вколотили этим. Вдавили, да. Да, молотком. Ну и где? Я чувствую, сейчас нарвемся мы с тобой на пердящую траву. Ты прям вот вообще сильно поехал. Не-не-не, нормально, я же только здесь это светану сейчас, и все good. I feel good. Ту-ду-ду-ду-ду. Ух ты, я бы мог попасть. Фугас, мы в порядке. Ту-ду-ду-ду-ду. I feel good. Ту-ду-ду-ду-ду. So good. So good. I've got it. В курсе, да, что ты там один? Назад откатывайся. Да я откатываюсь назад. Вау. I feel good. Они сейчас упорятся. Ой, блин, они упорные. Я же тебе сказал. Ну их что, хорошо. Йо, да дайте ему шотик, прошу вас, ребят. Я, блин, не попал. Ребята, так, сейчас он седьмого. Да, блин, не вышло. Ребят, извините. Кашель этот, простите, вообще никак. Боже, я выжил. Я выжил. Да, это было смешно. 138 по Б1. Да, это было люто, ребят. Блин, ну я сделал один только хороший. Черт. Бляха, блин, а КВ. КВ. Уи. 167. Yes, добрал. Все, что ли? Да я тебе говорю, тут фугасится вообще огонь. Ну, она на кумулятивах огонь, а на этом самом. На фугасах, видишь, тоже норм. Да, неплохо так. Не, ну этот не ожидал, леопард. Он только первый раз получил, такой думает, а, ерунда, короче. Ага. Выскочил и в бочину ему с поджарщиком так, на. Но на пердящую траву я нарвался. Мы снова в топе. Да, и мы сейчас опять осадим там пацанов. Интересно, а БДР мы пробьем с тобой фугасом? Да. Но... Наверное. Ну даже если не пробьем, мы нанесем ему фатальные увечья. Фатальные увечья. Это нормально. Фатальные увечья. Так и назову. О, я так и назову этот вот. Фатальные, да, увечья. Все. Фатальные просто... увечья. Это топ название вообще. Если мы. Да, если мы, короче, нормально отыграем 40 минут, то это будет фатальные увечья. Так, ладно. Нет никого. Где там свет? Че там за цвет? Come on. Опа. Т-34. Ну, 159, как бы. Как бы да, да. Тут у меня еще. Опа! 350. Хорош. Я добираю. Я подышусь еще пока что. Ой, нет, не добрал, 17 хп! Тихо-тихо, ну я его что доберу, все, я 5-4-3-2-1-0, бах. Блин, я не попал в луча. Иди отсюда. Ну, ты маленький пистик. 415!
Жесть вообще, вот ты там раздаешь. О, БДР. 185, да? Смотри. 185 будем или БДР лучше? Да, 185. Хорошо. Так. Он в лоб не пробивается. А почему? У него есть комбашенка. Ну, я его на фулочку пробил в комбашенку. Вот это так, прыгает. Сзади БДР. Он куда смотрит? Он едет вокруг меня. А, вот он меня захотел, короче, я понял. Ой, как это хорошо. Ой, пукан. Блин, ой, нормально. Нормально. Очень хорошечно. Сейчас заеду к нему еще. Держи, он болел. Офигеть, жесть, ребят. Слушай, просто взвод этих зверей, это просто... Это просто капец, мы ребят. Который раз берем, блядь, танки на фул фугасах и просто убиваемся. Так, но это не пособие для того, чтобы в рандом. Ну, это как бы да, ну, блядь, ну это рили какая-то херня. Ладно. Жесткая. Что на фугасе, на ходу прям хуяр. Еба, вот это я выстрелил. На ходу в дальнюю сушку. Да ладно. Целился вот в этого B1, а кинул в сушку. Они на линиях меня просто были. Нормально. Нифига вы накидали, просто жесть. Жесть. Да. Как, блин, фатальные увечья, да? Да. Все, запиши это уже. Надо в голову. В принципе, что ты можешь все равно просмотреть видео. Пардон. Но сейчас, возможно, фатальные увечья постигнут нас. Да, там есть КВ. Да. Там есть взвод БДРов. Так, Кромвель заедет к нам. Скорее всего, на скорострелочке. Да, Кромвель успеет заскочить на гору, так что успеет. Мы вряд ли что-то успеем сделать. Ну, я постараюсь успеть ему дать хотя бы одну штучку. В бочину, я думаю, ему неплохо залетит. Ну, я так надеюсь. И тем более у них сосало респ, у нас здесь более круче. Как бы они эту карту не переделали, все равно этот респ. Ну, с этого респа, если гору занимаешь, удобнее. Да. Так, ждем. Ну, come on. Where is he? О, Cromwell has been dropped. Че, серьезно? Да ладно. Смотри, они все свалили. I don't speak English, man. Ой-ой-ой, мне пихнули. Мне пихнули. Я их тогда уже с этой стороны подожду. Опа, Т-34. Не, это слишком больно, ребят. Я не хочу так. Убьет, это еще и РЛ-ка. Чё-то мне кажется, здесь мы реально упоролись. Не, все норм. Нет, у меня еще воинов нет, поэтому... Да, но зато БДРчик он едет. А он и Кромвель. Наш что-то встали, замерли. Ну, а что было? Т-34 вырубился, походу. 8. Ой, у меня выстрелил танк. В ой, Кромвеля 97 борт. БДР просто хочет забрать. Сзади, да. Т-34, 85, непонятно, телодвижение делают. Да. Ой, у меня пинг. Нет. У меня пинг, ребят. Хорош. У меня реально пинг стал скакать опять. Чуть-чуть передаешь и все. Не, ну что-то как-то не зашло, ребят. Не заходит. Нет, тут с шестерками, мы их тупо не пробиваем, шестерки фугас. О, опять пинг. Тихо. 152 было. Аккуратно. Тупо пинг. Опа, 127. Отлично, убили. Тихо, не подставься. Да я вижу. Карел в башню, смотри, заходит. В башню, в борт вообще. Жесть, вот это скинулись. Тихо. Я у ну, типа того, да. 150. Блин, БК кританули. И нету ремки. 30 секунд еще. Я где прячусь? Я понимаю. Там кроме. Пес. На, блядь, 180. А, я не попал! Блин, вот это обида. Обида обидная. БДР напрягает жестко. БДР, да. Его бы, конечно, выпилить было бы хорошо. О, кроме жопы, блин. Черт, я выстрелил в БДР. Проходит вообще. Ой, а мы с тобой вдвоем остались. Да, с тобой вдвоем остались, это GG. Тоби пизда. Оп, да, оп. Кромвелю опять. 87 всего лишь. Давай назад. Большое прикрытие для тебя.
Ну, тут должны были, в принципе, наши шестерки сделать половину хотя бы работы. Мы сделали половину, это 100 ходов. Ну не, я вообще отвколотил в самом начале жестко. Так что вот. Не, ну, тем не менее, мы первые места занимаем, да. Ну, пиздец. Ну, как бы, я говорю, это должны быть шестерки, по факту. А шестерки у нас, блядь, Т-3480. А, плеер. Ну, да. Ни на что не намекаем, просто держим в курсе. Да. О, это уже по-нашему. Это ладно. Здесь уже нельзя ударить. Раз, два, три, четыре. Как-то. Три тяжа у них. И ПТ-шка. Можно вправо поехать. Так. Ой, влево. Влево, да. Блин, я думал, БДР будет пробиваться, кстати, фугасами. Что-то я... Ну, зато... Зато РЛ просто, это вообще угар. Вообще, я даже не ожидал. Я просто... Я хотел так его, короче, ну, аркадкой... Потом Дудега в прицел зайду, захожу, у него просто бург башни. Угу. Вообще, блин. А я кинул на удачу, и в итоге мы с ним с тобой по 300 скинулись. Тупо его в ангар. Да, ребят, туго живется французам, если его СТшки на фугасах пробивают 5 уровня. Броза, да? Ну, он сам какой-то, я не знаю, почему они нас не выпиливали. Да, они могли нас уже давно распилить, я бы не накидал 1600. Не, я огреб с самого начала, поэтому я только подбздыкил. Ух, какой прицел огромный. Зато наверняка спиртухана накидывает. Че, закатываем туда? Да, я думаю, что... Опа, штюк B1. Вообще красота. Так. Скинулись, да. Четко, просто скинулись. Офигеть, так, что там, B1 остался? Вон там один? Ой, нет, БДР еще, ну, на скорострелке тоже. Ну, а БДР сейчас все на скорострелке, так что... Ну, конечно, делать что-то. В принципе, не говорить. Пока он здесь, можно попробовать. На ноге. Блин, мне перекрыло этот. Он вообще как-то непонятно выезжает, собирается. По Z3 мне все закрыл, я в итоге не смог. Это ж статист рак на дебаты. Блять, а он думает, что он будет там так танковать фугасы, короче. Ну, на М тогда. Он уверен в этом. Поехали, короче, там БДР выпили. БДР, да. Ну, слушай, вообще никуда не пробивается. А, в борт? А, наезжает, да. Ну да, слушай, вообще жестко. Во, я вижу, куда можно пробить. В корму. Ну, вверх корму. Да, вверх корму. Так, сзади, смотри, у нас уже СТ-шки приехали. Так, разворачиваемся тогда. Еду тебе. Опа, опа, ну, как они все один. Это. Так, здесь надо уже быть аккуратней. Я рядом. Чего, кого? М4? М4, это сам. Где? Надо, я думаю, какую-то позицию получше. Т-34 вон можно. Меня контролит, я сейчас проеду. Я понял. Танканул Т-34. Там сейчас у тебя этот ПЗ выйдет сзади. Вижу. Я постараюсь, блин, но я уже пошел по большому этому. Так, мне уже... Так, ты должен мне успеть помочь. Да. Я еду к Рафаэлу Аюпову. Так, дай ему, пожалуйста. Отлично. Есть. Так, я закатываюсь, у меня сзади. Фу, я успел. Я сейчас прикрою. Так, Т-34 надо выпиливать. КВ-1, смотри, аккуратно, Миш. Угу. Я просто горю. 82 всего лишь КВ-1. Сколько у него альфа? У него не так много, но... Сзади. Да я понимаю. Блин. Все, М4 меня сейчас... Блин, ну что ж. Ну, такое? БДР вообще никакой, ребят. Просто никакущий. Блин, я не знаю. Ну, вроде все делали и стреляли по КД, блин. Ну, типа того. Ну, БДР вообще, он не стреляет практически. Да. Ну, вот один раз выстрелил. Тут остался. Да. Жаль. Да. Но мы не ударили в грязь лицом. У нас по 2 фрага, это раз. А всего их 4, да? Ну, БТР стрелял. У нас вон, блядь, 4 человека не стреляли. Да. КВ-1, 150? Облом, да, облом. Ладно, 2 раза это самое. Удачно, 2 раза неудачно. Это последние 2 раза неудачно. Да.
Обидно, что... Кланковый 2 на леопарде. Чё? Кланковый 2 на леопарде. Где здесь КВ-2? А, вижу, вижу, да. Стыданно. Обидно, так, блин, что, конечно, не помогли нам. Да, да, они бы сделали хотя бы не по одному, а по два выстрела, уже бы мы затащили. Очень обидно, что фугасы не всегда проходят. Ну, по тяжам-то, понятное дело, они проходить не будут. Ну, это ладно, на того на упоротый взвод. Ну да, Т-34 жалко, что тоже не пробивается. По 150 раз в 8 секунд это... Ну, хотя тоже неплохо, зато в любую... В любую проекцию. Да, туда бах и все. Да не, ладно бы мы не накидывали, но мы накидываем. Вот в чем прикол. Есть такой, да. Ну что, где тяжи? Камон. Нет тяжи, что ли? Мне кажется, тут вообще никого не будет. Блин, я так и знал. О, у меня вообще мимо. А че он зигует? Ну он не зигует, он едет нас убивать. Не, он ствол вверх задрал. Бьем. Смотри, что делает. Странный. Ну, он петушило 228. А, это петушило. Тогда все понятно. Да. Оказывается, это петушило. Ой, ЛТшки я люблю. А, вижу. А где? Вон леопард. Сейчас, погоди, я тут по Т-71 Heavy. Вон там как этот. Тури-дури-дури. 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 Нету. Ладно, поехали. 455 леопардов, пукан. И сзади ЛТшка. Я вижу. Сейчас ему будет тоже. Хыдыщ! 211 не пробил. 455 просто леопарду в жопу. Хыдыщ! Ой, поржёшь. Он довернул, так нормально, кстати. О, леопард проехал. Сумасшедший. Он еще жив? Да. Странно. 131 в борт ему так. Бля, ну сюда очень долго лететь. Понятно, нет. Бляха, нет, ну вот. Обязательно должен кто-то пукнуть, чпукнуть. 181, 178. А, это КВ-1. Ладно. Так БДР на меня упорочка. Я поднимаюсь, постараюсь ему. О, он тут умрет сейчас. Да? Даже не на меня, да. Даже не на меня. О, на КВ-1 на сладенькое. Сейчас вертуханы буду раздавать. Давай. На, нафиг, 109 на ходу держал, болел. А, гусля, да, братан. На те... Ой, вот сейчас, сейчас сведение было и не попало, понял? Есть такое дело. Ой-ой-ой. Ну-ка, влечу, чеково. Влечок 281! Не, я тоже выстрелил. А, блин, я думал, я ему влечок дал. Не. Да, я хотел тоже... вообще офигеть. Ну так. Да, влечок бы влетело больше. Накидали что-то, да, нормально. Я еще и фармлю, слушай. А, кстати, да, я не посмотрел. Ну-ка, что там по фарму получается? Вот 6000 сейчас фармлю. А я 24, да? Ну, я еще использовал этот, как его? Я понял. А, Адрик, я тоже использовал. Пули фарм от дедули, что-то знакомый ник. Ну, даже если не знакомый, то прикольно. Ну да. Так, мы исправляем ситуацию. Фатальная пар... Надо пересмотреть, я забыл. Ты не записал? Я забыл, но на видео записано, на аудио тоже. Икс, погнали, поле. Тут есть у нас, ой, Хезер, Трилли, короче. Я не могу теперь вспомнить. Увечья его, фатальная увечья. Че, по центру, что ли, поем? Да. У-у-у-у-у-у-у. А, торт фейк, ты фейк, понял. Так точно. Пускай думает, что я фейк лучше. Блин, там, конечно, круто. Че, пазик будет приезжать. Может, не будет. Он один там, походу, слышь? Нет. Возможно. Нет, уже нет.
Ой, най, них, най. Бдыжж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 ж
Можно, можно, я вижу. Опять его на гусли посадил. Можно вообще, я смотрю. Но! Жесть! Хедзер, Хедзер едет, погоди. Я вижу, я дал. Ага, хорошо. Ой, пес, мой. 378 борт Эльтрили. 378. Блин, вот ты счастливчик. Охренеть. Тихо, забрал. Еду, короче, этого забирать. Покемона. Охренеть, просто охренеть. Просто дац. 420 двигатель кританул. Я на ходу. Жесть, просто жесть, ребята. Стой, 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 стой. На! Ну, на 154, тоже на ходу. Блин, не выцелил, короче. Я хотел его затарать. О, ты что творишь, а? Засранец. Давай его, добивай. Я еще КД. На. Красава. Да, ну, вот это мы, конечно, разобрали их. Нормально. Не, М3Ли вообще жестко. А я, короче, этого пазику вломил. О, 1500 нормально так. 32 тысячи формула. Ой, кстати, я опять не посмотрел. Так, погоди, что, сколько? 28. Ну, я потому что юзу этот, как его, адреналин. Я тоже юзал. Вот пули от дедули теперь добавляются в друзья ко мне. Смотри-ка ты, в какую мы попали. Да, жопу. Ну, вот здесь надо тащить. Господи, долбанная простуда, а. Не могу даже к обзорам приступить с таким голосом. Зато пока можно материал снимать. Ну это да, это да. Ну я хотел на CDC, но его скоро выведут. Блин, он выздоравливает быстрее. В смысле выведут? Ну, через пару дней закончится ивент и смысл от обзора. Ну, подожди, чуть позже он появится за рубли. Ладно, что первое впечатление успел сделать, и ладно. Вправо! Но он имел в виду вправо. Никак нет, сказал АРЛ. Он поедет в город. К кому там только. Тихо, аккуратней. Семыч, только... Ой, блин. Мы по таймингу успевали. Нас четко респануло. Погнали, нету тут никого. Подожди, ты слишком торопишься быть. Я понял. Фуф. Я успел. Блин, прям над лючком пролетело. Да я даже не знаю, наверное, не стоит высовываться. Блядь, не пробил его, прикинь. А я не попал. Вот 99, короче. Блин, зараза. Черт подери. Ну это хорошо, значит мы фокусим. Так мы фокусим, это фокус. Да ёпта, я не пробиваю, КТ-ши все время в пушку уходят. Все, прям тут все. А наших половины нет. Так они все, что, сваливаем? Так, лево упарывается. ВК упарывается. Пиздец, он мне раздает. Не ВК, лево. Не, ВК, видишь, с... А, ВК еще, да. А наши, наши катаются в городе, им пофигу вообще. Гребаный левый, надо окрашиваться, его надо аннигилировать. Сука, но он заехал. Ой-ой-ой-ой, их тут двое. Нормально. Ох, ебать, он накидает. Все, не хана. Город, говорит АРЛ. Город. Иваныч. Дружище, ты уже со 100 граммами с самого утра? Во лбу. Город, говорит, и стоит там. Нормально я ему дал? Капец, я просто, ну просто капец, команда это, и главное его послушали, что самый прикол. Ну он еще и стоковый, вот у него скворечник на голове. Это точно. Аут. Просто, блядь. Большая часть, подавляющая часть команды была аутами. Про 65% аутов.
Ну, вот он и слив. Как при таком раскладе ничего не сделаешь. Стоит, смотри, не понимаю. А что это все кончилось? Я не попал. Потроллили его слегка. Ну а чё, если он дебил? У-у-у! Перед ним ездят цели, он даже не понимает, что нужно с ним делать. Зато он точно знает, что нужно здесь ехать в город. Да, это по-любому. О, слева. Тури-дури-дури. Свой скворечник. Опа! Какой ты меткий! Шесть просто, ребят, жесть. И просто, ну, у него один фраг, и мне просто интересно, один или два выстрела он сделал с пробитием? Не знаю, но это, конечно, капец. Ох. Блять. Ой, да. Два выстрела сделал с пробоем. Нормально. Т-150, 200. Вот все, кто был в городе, все обоссались. Ну, я тоже обоссался, хоть я был с тобой. Ну, ты далеко заехал просто. Ну, да, я чувствую. Там завалили с толпой, раскидали. Зачем вот звать еще всю команду с собой? Ну ведь понятно же, по сетапу было, что все поедут направо. Зачем всех звать налево? Никто не анализирует сетапы. Понял. Вас понял, сэр. Так, я думаю, что нам направо ехать нет смысла. Поехали там около ЖД, протремся. Думаешь? Да, пока у нас винрейт на нем 50%. Ну, 3 на 3, да. Такой днищенский винрейт. Ну, два раза... Ну, мы совершенно не виноваты. Ну, один раз я был виноват, а вот на этом самом... В основном мы накидываем в разы больше, чем команда. На рудниках был виноват. Ну, это упоротый взвод, что понятно, тут ржака. Блин, ну отвали. Не, просто ты, ну, я никогда не понимал, у нас все упоротые взводы, мы играем на фугасах, и мы, блядь, их просто лупим, а команды нет. Так, я дал, все, ухожу. Мангал! Тут мангал! Мангал! Малыш, держи на 452. До свидания. На 450. Так, этого надо закрутить и в борт. Давай. Блин, я не хочу принимать его по хпшке. Все, заезжай в борт. Кдыщ. 407. Жесть, ребят. Он уж ехать перестал, смотри. Он просто такой приуныл после. Анка, 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 стой! Анка! Ай, ушел! Блин, такой был. Такой был карма слющий. Я просто офигел. БДР и. Да! В корму 404 с поджогом, смотри, горит. Смотри, горит 470, так в итоге. Ебать, я ему дал там. Еле-еле выцелил. Еле-еле вообще. И просто дэц. Я присоединился в ладошку, уже прошла. Но! 385! Тут прикрови. Оп. 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 А, все-таки выцелил. Я добираю. Нет, не добирал. О, да ладно. Жесть. Я его все-таки выцелил, Т-150. Вот это у меня два нормальных по мангалу и вот по БДРу. В очечко ему вот этот верхушка там у него светится. Да, да, да. Вообще бодро вошло. Так, ну-ка, погоди, дай я посмотрю этого Т-150. 409, да, я ему вмазал все-таки в сральник. Короче, 452 в этого в мангала и 474 в БТР, ну с поджогелем. Вообще нормуль. Быстрый бой. Мега быстрый. Всех их раскидали. Бэнг, бэнг, бэнг. Бати в здании. Бати в здании, да. Несколько батей. Бати в здании, да. Бах-бах, вообще. Слушай, я думал, у него что-то КД гораздо дольше. Где-то секунд 13, я думал, у него будет. А тут всего лишь... Нет, это тоже для таких фугасиков норм вообще. Норм, 8 секунд. Очень даже, очень даже. Ну, косая, конечно. Ну. И фугасы медленно летят. Но зато в ближнем бою это, конечно, угар. Кайфец такой. Ну да, иногда раз в год нам... Опа.
Раз в год-то нам можно по это самое поприкалываться. Раз в месяц. Ну так у нас, да, и получается раз в месяц примерно такие видео. Я сейчас светану попробую. Ну, здесь нормально можно скрыться, если что. Главное, чтобы они только не всей толпой здесь были, и ладно. Так и мы тут всей толпой. О, Матильда. Ну, Матильда, это понятное дело, что... Ой, я мимо дал. Ой-ой-ой, они тут все. На ноге это 34. ПЗ-5, а, с другой 4. Стороны, я понял. Так. Тик. Тирик. Ух, ебать, у меня фугас вообще вылетел в небо. Ой, аккуратно. А у меня пинг. 46, пока вы первые. А я просто попал. Блин, вот КВ, конечно, жестко разбирается. Че, Матильда? Или КВ? Не знаю, я вам по КВ по полтинник убью. Нет, это не прикольно. Но Матильда на нас прет, надо ее это самое уже осаживать. В лючок целюсь. 119. Ух, нормально, с двух вышло. Сейчас добьем. Ну ты добивай. Да, да, я доберу. Сука, успел выстрелить. Так, дай-ка по КВ сейчас скинусь. Блин, меня запарило, выкатывался. На 107, нормально. Так, нас объезжают. Разворачивайся. Сейчас. Не, нас тебя... прикрывают еще. Да там этот Т-34, он ничего не сделает ему. Ну, он 27 КВ один дал. Не, держи. Ну вы там разберете, у вас там было. Да-да-да. Но Т-34, как я и говорил, сдулся. Ай. Он ушел, кстати, если что. ПЗ-54 на меня тут хочет что-то сказать мне. Я его сейчас дотроллю. Надо довести. Слушай, там ПТ-ха еще вдалеке стоит, с инвиза лупит, короче, прикинь. Да ладно, я не пробил! Что это за прикол? Ой-ой-ой, мне сейчас жопа будет. Да. Да. Он на меня заехал просто. Да ну, 189, это не смешно. Вот, эта прогрёбанная сушка, она мне капец сколько жизни. Практически она меня и разобрала с инвиза просто. А я думал, это КВ-1 все время. Ой, я не попал, только на зато. Ну, да, ребят, здесь фугасы... Тебе надо ее забирать и потом на пазикер, иначе проиграем. Ёпку. Это почти полное сведение. Ну, ладно, все, пазик. Сейчас пазик, если приедет, он тебя разберет. Тебе не хватит дашки просто. А где наш? Ой, справа все уже. О, тут уже все, пацаны. Да капец, ну что ж так не, наш не повезло. Он, по-моему, АФК? Да, он АФК. Да. А, нет, играет, смотри. Ну, пытается играть. Обидно-то как обидно, а? Блин, а я думал, мы выиграем. Угу. Как вот это вообще просто два раза в сушку не попасть? Ну они косые, говорю же, эти фугасы, конечно, жесть. Обидно, обидно. Ну вот, теперь мы в 40% винрейт. Ну-ну. Ну, опять же, просто вот сейчас давай посмотрим просто. Ну, здесь у меня немного дамага было, 100 пудов, за то, что я пока в первом там постоянно стрелял. Ну и у остальных, смотри, ну, да. Ну капец просто. Да не, на фугасах, конечно, упарываться это. Блин. Тут, конечно, мы не ударная сила, мы чисто поддержка, поддержка. Ангал. О, да. Еще и Су-85Б. И Хедзер. А поехали, короче, через город. Нет, да, через город. Думаешь? Нет, давай через реку и сразу туда провалимся, нормально. Да? Да. Ладно, не знаю. Ну, мне прям, я прям вижу мангал и хочется туда фугас зафигать. Сразу прям, да. Ну да. Ну, едь за мной. Ладно. У тебя есть план? Окей, едем. А, я понял. Тупо выезжаем, стреляем и уходим, да? Не? Ёпарасты. Но мне это уже нравится. Да, ребят, чувствуете, чем пахнет? Жареным.
Пахнет жареным, ребят. Мы едем просто на целое пастбище пердящей травы. Мы уже туда практически приехали. Блять. О, сушка 85Б. Ой, блять! Черт. Ку-ку! Ку-ку! Будыщ! Ой, штюк боком, на! Я ору просто, ребят, я ору. Слушай, это капец. Сука, попал что-то. О, мангал разбирает, нет! Нет! Мангал! Блядь, ну он там прячется и БДР рядом, сука. Ну, хер с ним. Тюбу забираю. Рикошет фугасом, да? Ну, рикошет, да. О, нормально, мне два сразу сделали. Блин, ну мангал уже все. Блин, мангал уже все, это уже неинтересно. Ну, еще корма БДР осталось. 75, но я еще... Ой. Не стреляй только в мангал. Ты... 414, ой, ты меня затаранил, я его затаранил. Ну, отлично. Да, я, да. Нормально. А где хедер? А. Я БДР на 404 в Пуканто. Вообще красава. Просто 404. Клану 404 передаю привет заодно. Ольчик. Чё? Ольчик тут командует. Тогда привет клану. Дали, конечно, мы джазу. Да. Ну не, я не очень много. А, ну и ты тоже, в принципе. Ну так, постреляли, пофанились. Так, теперь снова 50%. Надо вывести в плюсовую стату. Да. Надо 60% и норм. Угу. Да, вот эти вот два боя как раз будет, наверное. 55%. Давай. Последние два боя, короче. Главное только не обосраться жидко. Угу. Бля, ну сушка, ребят, лоу был. Ух. Так, а что там было, я так и не понял. Да, он пытался заехать туда, где невозможно заехать. Он там вертикально стоял. Я уехал, ему просто... Здесь у нас командир, слышь, объявился. Будь аккуратен. Надо слышать его. Кто он? Где он? Крусайдер, вот. А, все, понял. А где он? Он направо поехал, надо с ним ехать. Да ты гонишь, что ли? У нас вон все тяжи поехали сюда. Вон, наш вон. Поможем. Как же покомандовать-то? Пускай там сам собой командует. Мтаду! Мтаду! О, он классно напоролся. Ну сейчас сдохнет. Сейчас мы его. Ну смотри, он в упор просто едет, упоротый. Все, я тогда поехал отсюда, походу. Да? Да, он убирает. Ну туда ехать я точно не собираюсь, это бред. Ну это бред, да. Бля, он разобрал его. Молодец, красава. Лучший леопард здесь. Все, я еду. Я сам. Ой, КВ-1, блин. Ну, Т-34, ну ладно, попробуем. Т-34. Баинг бы. Угу. Супер. Тупо супер, ребят. Оп. Че такое? Нас под жогелем в леопарда просто в борт. Ёпрасоте! Чё ты там? Там не очень хорошо. Я еду к тебе. Он чё, АФК что ли? Нет. Он не АФК. Я приму. Ух, блядь, жестко. По чуть-чуть крошу, короче, да это было. Ты тараном что ли? Я доберу, если что. Нормально. Фуф. Победа. Такие быстрые бои, а есть в этом, в результатах время, сколько больше?
Давай посмотрим. В очки захвата, пройдено начало боя. Продолжительность боя 2 минуты 10 секунд. Капец вообще. Ну да, что-то... Сколько бы я даже километр не проехал на этом танке за этот бой. Опа, АТ-2, КВ, Т-34. Короче, все самое, что не пробивается. Так, это у нас крайний бой, да? Ну, получается, что так. Нам надо его просто кровь из носа выиграть. Тогда у нас будет где-то, ну, примерно 60% финрейт будет. Или 55. Надо посчитать будет. Главное, надо выиграть. Главное, это надо... Это, главное, это победа, короче, здесь. Господи, как меня достала простуда, ребята. Ну это да, просто... короче, только Т-28 может зайти и БДР. Ну, да, взад и все. А как вот мы АТ-2 все. Будем пробивать, вообще непонятно. Вообще непонятно. Опчики, опчики. В лючок, в затылок? Тихо. Тихо. Ну, все-таки на этом флаг... Ну как, на этом тоже флаг. Кто меня? Что ты делаешь, М4? Ну иди ты на штуку свою какую-нибудь. 427, бля, ребят, вот это кайф. Ты в кого? В Т-28. Охренеть. Это, ребят, просто тупо кайф. Да, немножко, конечно, пришлось подсвестись. Ой, Т-34. Угу, я тоже пью по нему. Я не понял, я пробил или не пробил? 6. Как готово. Матильда? Да, Матильда. На ходу. Ой, хорош. 106 на ходу. Блин, фугасница на ходу просто лупит, вообще похер. Вот почему эти КВ-воды. На ходу. Ай, блин, мимо. Просто. Жесть. Жаль, ребята. Так бы это было, конечно, четко. Так, БДР. А, 3 снаряда подряд на ходу просто. Постараюсь его, короче, в корму. БДР. Вот сейчас не попал на ходу. Нет, нету. Нет, он сам. В корму ему не попасть. Корма под запретом. Жди. Блин, ну уже смысла нету даже в корму стрелять. Готов. Все, остались, короче, самые жирные. Осталось. Непробиваемые. Вот отсюда на ходу попаду, не попаду. Блин, ну близко. Ты давно, я смотрю, экспериментатор. Ну. Не, здесь новатор, слишком много препятствий для КВ. Ну, на ходу дал просто. Тигры вообще постоянно на ходу кидают. Я просто в шоке. Шок-контент, да? Да. Ой, ты что-то упоролся. Не-не, а как я не смог проехать? Ой-ой. Да ладно, это прикол или нет? Короче, в лючок сейчас попробую, ни хрена не. Ни хрена, такая же фигня. А вот сюда, в какую-то фигню. Нет, на 100. Да. Жаль, обидно. Ну ладно, зато это победа, ребят. Чисто пофанились, так давайте посмотрим на винрейт. Сейчас прикинем, что у нас там. Оу, 1200, хорошо. Как всегда в топе, на фугасах-то. Так, где мы тут начали? 3-0. Да. 2, 4, 6, 8, 10, 12 боев, 2, 4 поражения. 4 поражения, ну да, 60% финрейт, ребят. Примерно. Ну, так оно и есть, да. Нормально. Нормально, сойдет. Что ж, ну, если вам понравилось, как всегда, наградите нас лайкусиком. Вот. Да, а если есть какие-то еще идеи про упоротый взвод, ну только давайте без ИСа 4 на деструкторе. Это. Да, но это уж слишком. И паттон 9 на фугаске. Ну, да, ребят, видели эту фугаску на 9 уровне. Да, так что всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Еще раз извиняюсь за голос и за то, что пока обзоров не будет. Буду поправляться. Все, спасибо, да. Не скучайте. Всем пока.